Доброго времени суток, дорогие друзья, на связи Магистрота. Сегодня у нас, друзья, необычная зарисовка, а именно отряд Дельта против 10 тысяч дроидов, ребят. Вы не смотрите, что их так мало поставлено, здесь где-то 100 дроидов находится B1. Я, друзья, сделал 100 волн, то есть 100 умножаем на 100, выходит, друзья, 10 тысяч. Поясняю, почему я так сделал. Если поставить сразу десятку тысяч, во-первых, это невозможно, во-вторых, будут ужасные лаги, друзья, а у нас будет 100 волн, и в итоге выйдет эта десятка тысяч. Но, друзья, нашим элитным клонам помогать, две турельки, а также здесь к чертям все заминировано, ребят. Ну что ж, не будем тянуть кота за одно место, давайте-ка начнем уже этот великий бой. Всем, друзья, приятного аппетита, кто кушает, но остальным, ребят, приятного просмотра. Ну что ж, друзья, начался бой. Как вы могли видеть, я вас не обманул, все здесь заминировано. И сейчас, друзья, у нас, кстати, стоит на slow motion, если что. Поэтому, друзья, будет немножко все замедлено. Во-первых, это и производительность ролика увеличивает, и будет, друзья, все намного красивее. Давайте возьмем себе одного клона. Допустим, вот этого вот парня зелененького. И будем вести тоже огонь. Помогать, так сказать, своим товарищам. И, друзья, пошли у нас железяки. Давайте же откроем огонь по ним. Не будем медлить. Они уже, смотрите-ка, начали здесь расходиться. Так, уроды, а? Смотрите, хитрожопы какие. Идут по бокам, хотят обойти минные поля, ребят. Но мы-то тоже не такие дурачки, все они здесь не обойдут. Потому что по бокам у нас установлены, друзья, турели. Так что им не спастись, ребят. Ну ладно, пусть здесь клоны у нас дальше ведут сами огонь. Давайте-ка посмотрим на эту красивейшую картинку, друзья. Здесь вот у нас клончики наши ведут огонь. Великие бойцы республики, а дроиды здесь, друзья, пытаются умничать. Идут по бокам, и первый взрыв. Первые потери у дроидов. Вернее, уже не первые. Обходят, друзья, они по бокам. Ну пусть пытаются что-то делать. У них все равно, друзья, ничего не получится. Потому что, опять же, повторяю, здесь у нас клоны установили турельки. Достаточно умные у нас ребята, но это ясно. Они же Дельта. Так, давайте-ка поведем огонь за этого чувачка. Потому что что-то у нас дроиды здесь ошалели. Ведут по нам огонь, как хотят. Зажали нас. Но мы их, друзья, в ответочку им плазму немножко отошлем. Так, вот у нас, друзья, вторая волна. Я вас не обманул. Как я говорил, вторая волна, ребят, пошла уже. Так, наши братья засели. Там турельки у нас ведут только огонь. Уходит у нас на перезарядку наш друг. Давайте-ка за этого чувачка мы продолжим атаковать их. Так, ты атакуй давай. Ты тоже. Вот зелененький наш клончик любимый. Давайте-ка за него немножко повоюем. Так, отлично, ребята. Чувствую запах расплавленного железа уже. Так, давай-ка ты тоже веди огонь. А, ребята, смотрите, у него еще снайперская винтовочка есть. Да у них у всех есть. Давайте-ка посмотрим, сколько убил этот клон. 4. 2 дроида. Вообще никого не убил. И 5 дроидов. Давайте возьмем винтовочку и попробуем пострелять, ребята, с нее. Как вы можете видеть, там происходят какие-то сумасшедшие взрывы. Так, нет, подожди. Ты у нас не ложись. Ты-ка встань у нас. И давай-ка дадим жару дроидам. Все, отлично. Быстрее поворачивайся, пожалуйста. Первая пуля пошла. Друзья, тут даже можно не прицеливаться, потому что их здесь просто целая куча. Можно просто вести огонь, и по-любому мы кого-нибудь дозаберем. Так, давайте-ка туда, что-то палят, ребята, они. Все, подожди, сядь, друг. Потому что что-то опасно как-то уже пошло. Так, давай-ка у нас вот так вот. Все, отлично, ребят. Он у нас что-то встал как-то странно на позицию. Смотрите, сам чувачок выглянул. Понял, что надо воспользоваться шансом и вести огонь. Так, ведет у нас огонь. Этот клон, это, друзья, клон. Так, давайте-ка вы тоже, ребята, будете атаковать, потому что что-то вы у нас тут засели и сидите. Так, ведем огонь, ребята, надо отбить эту чертову кучу дроидов. Так, все отлично. Блин, я что-то, друзья, боюсь, что у них уже мало таких хп. Давайте-ка его вот сюда поставим, будет отсюда у нас вести огонь.
Если что, ребята, не бойтесь, он присядет сам. Так, и прячется, ребят. Смотрите, какой трусливый. Так, ты команды сдавай уже, воюй. Не позорь своих братьев. Они вон, у тебя здесь... Смотрю уже, сколько... Вот мне интересно, вот сколько убил вот этот вот клон, ребят. Серьезно, потому что он чаще всех выглядывает здесь. Ведет огонь. Даже я ему помешал, извиняюсь. Так, хорошо, давайте-ка посмотрим. 4 человека, ребят, он убил. 4 дроида, извиняюсь. Не так уж и мало, кстати говоря. Так, давай, введи у нас огонь. Все, отлично. Давай, иди сюда на позицию, вот эту немножко сменим. Так, отлично, ты присел. Воюют у нас ребятки. И достаточно, друзья, уже много клонов. И смотрите, сколько дроидов здесь погибших, ребят. Это просто... Просто, друзья, целая армада. Ну, у клонов, конечно, хорошая такая позиция, потому что они, смотрите-ка, сверху, да у них еще здесь по бокам турельки, ребят, и еще минное поле, ребят. Так что у нас большое преимущество. Ну, я не знаю, сколько еще клоны продержатся, они, наверное, убили порядком, наверное, 1000 дроидов. Но давайте посмотрим, ребята, сколько снесли турельки. Так, 28 дроидов, 18 дроидов, 4 дроида, 4 дроида. 4 дроида и 10 дроидов. Вот этот, кстати, ребята, хоть мы и гоним на него, но он уже 10 дроидов убил. Это достаточно много. Наверное, уже 11-й был прямо сейчас на ваших глазах. И, друзья, очень много, наверное, полегло у них на минах. Так, еще одна волна у нас подходит. Друзья, просто ужасные лаги. Давайте еще медленнее сделаем на 0.1. Так, немножко FPS у нас поднялось. Отлично. И, друзья, хоть я сделал замедление на самую-самую маленькую скорость, это даже у нас ничего не убрал, как будто. Так же все быстро происходит. Хорошо. Так, давайте-ка, ребята, немножечко мы похулиганим. Кинем им плюшечку, так сказать, да? Так, дотягиваешься, нет? Подожди, вот сюда кинь. Да, дотягивается, ребят, смотрите-ка. Мы кинем им туда плюшку, пожалуй. Так, сейчас мы немножко гранатку подержим, чтобы они не успели сбежать, потому что, ребята, дроиды тоже не такие-то тупые. Так, все отлично. И кидаем им плюшку, потому что пока она, ребята, долетит, поверьте мне, уже некоторое время пройдет. Все, полетела, родная, полетела. Отлично. Ну все, давай-ка ты дальше сам здесь обходись. Так, ребята, подождите, подождите. Так, ты у нас, друг, давай-ка не шали. А лучше давай-ка стреляй, ты у нас меньше всех убил. 4 дроида, это вообще, ребят, ни о чем. И смотрите, как гранатка у нас прилетела уже. И они, смотрите, убегают, гады, убегают. Но она их настигла, все же. Давайте посмотрим, она кого-нибудь снесла или нет. Нет, ребят, никого она даже не задела толком. И, друзья, боже мой, 10 FPS, ребят, 10 FPS, вы можете себе представить? Такая куча, боже мой. И, друзья, клоны держатся наши, держатся. И это очень-очень хорошо. Так, давайте-ка немножко постреляем вот за этого нашего дружка, потому что что-то он здесь засиделся, ребят. А сидеть у нас на поле боя нельзя. Так, давай-ка ты в эту кучу постреляй. Отлично, ребят, отлично. Боже мой, а. Как еще эти клоны живут, я не знаю, ребят. Серьезно. Так, ну ладно, мы ведем огонь с вами по ним. Все, отлично, ушли на перезарядку. И подходит, друзья, новая волна, боже мой. Так, у него уже сколько хп осталось? У него, ребята, 528 хп. У него. У хакера 400 хп. У нитро 285 хп. У босса. Ну, у босса 473. Он, кстати, больше всего убил. Ну, на то он, друзья, и босс, наверное. Хорошо, пусть дальше сами воюют. Сколько у нас тут турельки уже положили дроидов? 41 на 31. В 10 дроидов. Конкурируют они, окей. Турельки здесь между собой конкуренцию ведут.
А клон, ребята, вообще тут залег вот этот наш. Как тебя зовут? Слушай, Сев. Сев, чё ж ты залег, а? Так, Сев сам у нас, друзья, какой-то трусливый клон в этой серии. Не хочу обидеть фанатов Сева, ребят, но вы сами видите это. Окей, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Так, босс, как всегда, ведет огонь. Ему пофигу, ребят, смотрите. Босс встал, ему плевать. Он ведет огонь, пока все у нас здесь засели. Ладно, давайте босса поддержим, ребят. У нас что, он здесь один отстреливается. У нас здесь, тем более, уже дроиды на подходе. Главное, чтобы еще босса, ребят, не снесли, а то все очень плохо будет. У нас здесь уже, друзья, они уже почти к первой линии обороны подходят, где у нас уже, как вы можете видеть, мины стоят. Так, отлично, ведем мы огонь по этим железякам, по этим бидонам чертовым. И, друзья, все пока отлично. Все пока, друзья, хорошо. Боже мой, все отлично. 7 FPS, друзья, я не знаю, что делать, потому что клоны как вроде живут, но дроиды все больше и больше, FPS все меньше и меньше, и, наверное, друзья, сейчас еще 1-2 волны, и мы закончим, потому что пока у меня не такой мощный, чтобы держать такой наплыв дроидов, тем более, друзья, у нас еще здесь, наверное, полегло дроидов 1000-2, если не 3. Потому что, ребят, вы сами можете видеть, сколько здесь уже сломанных железяк, сколько здесь подорвано на минах. Вот еще кто-то подорвался, вы сейчас могли видеть. Вот, Сев у нас сейчас, кажется, вылезет, смотрите-ка. Ой, босс, извиняюсь, босс вылезет. Да, босс вылезал, хотел и без нас, но мы ему поможем. И, друзья, у нас еще волна подходит. 9 FPS, боже мой. 8 FPS, ребят. Ну, вы сами видите, это просто что-то с чем-то. Надеюсь, вы, ребят, не будете ругаться на FPS, потому что это не от меня все зависит. Конечно, я бы мог снизить настройки графики, но, ребят, опять же, вам было бы не очень-таки приятно смотреть. И, боже мой, сколько хп у босса, ребят, остается. Подожди, сядь, сядь. Сколько хп? 57 хп. Нет, ребята, давайте все же довоюем. Потому что дроиды уже у порога. Смотрите, ребят, они уже у порога, боже мой. Боже мой, 6 FPS, ребята, 6 FPS. И босс у нас погибает, ребята. Босс погибает, все. Наши ребята обречены на поражение, потому что у них уже, наверное, ребята, упал боевой дух. Здесь у нас Сев вообще залег. У Нитро осталось сколько хп? 160 хп, он еще вылез, ребята, так что я не знаю. А дроиды все идут и идут. Ну что ж, друзья, наверное, мы на этом закончим, потому что боевой дух уже упал у наших бойцов, так как босса ликвидировали, к сожалению. У Нитро осталось мало хп. Сев, я не знаю, что Сев, потому что он, ребят, просто залег в этой битве. Он, ребята, просто, смотрите, лежит и все. Он ничего не делает, так что, ребят, думаю, на этом закончим. Дельта Сквад оборонялись, конечно, героически. Думаю, ребят, за это стоит влепить лайк, подписаться на канал, оставить свой смачный комментарий. Ну а на связи был Магистр Ота. Всем до связи.